все. Пожалуйста, мне кажется, с детьми будем. Салки, плятки. Она проводила на экране всего несколько минут. Но эти мгновения навсегда оставались в памяти зрителей. Любовь и театр – две стихии никогда не дадут ей покоя, постоянно ставя актрису перед выбором. Она заслуживала этого внимания со стороны зрителей, потому что она была из когорты тех актеров, для которых личная жизнь не стояла во главе угла. Высокие отношения. Словно корабль в бурю, она всю жизнь будет искать потерянный берег. Но, обретя его, снова мечтать о море. Самое страшное, то, что нас все ждет, как разбойник с топором за углом, это одиночество. Отчаяние и тоску она заглушает старым и испытанным способом. Со временем это превратится в муку и для нее самой, и для ее родных. А впоследствии приведет к трагическому финалу. «Разбитые мечты» актрисы Ники Щихиной. В субботу на ТВ Русь.